молодежи. У нас в районе более 5100 человек. Наша целевая аудитория, соответственно, 14-35 лет. Мы их всех очень любим. Мы всегда их рады видеть, в том числе и в этом открытом молодежном пространстве. У нас активно реализуются такие направления, как патриотическое воспитание, развитие волонтерства, добровольчества. Пытаемся развивать проектную деятельность, организуем свою проектную школу, помогаем молодежи принимать участие в конкурсах Росмолодежи и других грантовых конкурсах. Являюсь волонтером Тюкалинского центра. Я занимаюсь хореографией и вокалом. И